Всем привет! Меня зовут Марина. Я обращалась за помощью к Никите Бурлакову и к Елене, гипнологам, гипнотерапевтам, специалистам в этом профиле, в этом направлении, в таком широком. Я ночами не могла спать последнее время. Меня прям разрывало все изнутри. Среди ночи просыпаюсь, и как какой-то шарик там выпрыгивает у меня под ребра, под лопатки, в грудную клетку. И начинаю зевать, как оно просится, выпусти меня. Я пыталась это все выпустить из себя. Но не могла, мне не хватало сил, энергии, я была совсем обессиленная. И я обратилась к Никите с Еленой за помощью. И я благодарю всех ответственных за то, что они мне дали в помощь избавиться от этого всего. Никита с Еленой нашли все мои подключки, эгрегоры, импланты, лярвы, договора и многое другое, избавили меня от всего этого. Я благодарю вас, мои хорошие. Я просто не принадлежала себе. Это было просто многолетнее рабство. Я благодарю вас, ребят, что вы освободили меня от этого рабства. Я неделю совсем была без сил, без энергии. Мой мозг уснул. Такое состояние безмыслия было. Ничего не могла принимать никаких решений. И он от радости спал, набирался сил, энергии целую неделю. Сейчас я полна сил, энергии, я есть, я готова к бою, я готова к жизни и принимать все с удовольствием от этой жизни, все уроки, и способна их пройти легко, плавно. Как судно по морю плывет, по воде, легко, плавно, я готова, и уже прохожу каждодневные какие-то кармические узлы и с удовольствием, с радостью, с такой. Я есть, я Марина, я единое целое, я личность. Я живу сейчас для себя. Я занимаюсь духовным развитием. Занимаюсь своей жизнью, строю планы и реализую их. Для себя жить – это такие ощущения блаженства, такие радости. Это ни с чем не сравнить. Жить и радоваться жизни, наслаждаться жизнью. Развиваться в нужном мне направлении, это такое самое большое счастье, которое не заменит никакое чувство в этом мире. Чувство свободы, свободы действий, свободы во всем. Я принадлежу только себе. Мое физическое, астральное, казуальное, все тонкие тела принадлежат только мне. Я хранительница своего тела, я царица своего тела, я богиня своего тела. Я полностью собой владею и распоряжаюсь своей жизнью. Огромное вам спасибо, Никита и Елена. Всего вам самого доброго, самого хорошего в этой жизни, самого прекрасного. Я вас люблю, я вас благодарю, благодарю, благодарю. Пока-пока всем.